если коротко, то зимний футбол, наверное, болельщикам должен быть понравиться. Эмоции, ход, драки. Что касается самой игры, закономерная ничья в первом тайме, небольшое преимущество территориальной славе, во втором тайме мы больше контролировали. Так, в принципе. Тот закономерен. Коллеги, вопрос. Михаил Протов, сайт «Белфутбол». Прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с красной карточкой у команды. Ну, это я не судья. Я еще не смотрел видео, но все показал, значит, было. Там больше вопрос, наверное, по первой желтой. Мне показалось со стороны, что там голова не столкнулась просто. Там и фола не было. Фол не свистнул, если не заметил. Так, это не ко мне вопрос. Еще вопрос. Егор Гавриленко, «Гомельская правда». Андрей Валерьевич, возможно, мы в последний раз видели Джуниора на центральном в этом поединке. Как-то уже планировали следующий сезон без этого? Давайте мы сначала это закончим. Или вы на завершение данной недели? Да, еще игра с Арсеналом, она менее важна. Поэтому пока мы... Естественно, какие-то планы есть уже, но пока рано об этом. Пожалуйста, еще один вопрос. Вот большое количество силовой борьбы, такое жаркое завершение поединка, такой стычкой. Это как-то связано с, вот, с ощущением полесского дерби? Вот, ну, существует ли особый градус этого матча? Естественно. Это так завелось уже давно. Эта игра для нас и для соперника, она, наверное, самая принципиальная в сезоне. Тут ничего удивительного. Коллеги, еще вопросы? Не глядя на то, что счет был 0-0, игра смотрелась, она была яркая. Поле, конечно, было ноябрьское. И учитывая все эти факторы, довольно ли вы игрой своей команды? Был ли интересный футбол? Был ли он интересен как болельщику, как специалисту? Сложно ответить. В моем понимании, нам сегодня не нужен был интересный футбол. Нам сегодня нужен был результат. От этого мы отталкивались, когда выбирали план на игру. Если вы заметили, первую минуту у Славии был какой-то контроль там на своей половине поля. Мы осознанно на это пошли, анализируя игры Славии. Ну, вот, а насколько интересен, ну, я думаю, я уже говорил, что болельщикам, да, наверное. Мы результатом, естественно, недовольны. Мы могли в таблицу смотреть, мы могли еще цепляться за четвертое место. Это было реально. Ну, не удалось забить, жаль. В целом сезон, он подходит к концу, остался тур. Можно ли сказать, что Гомель достойно его проводит, и место, которое он заслужил, ну, это хорошее место в этом сезоне? Ну, я думаю, что оно объективно. Да, мы могли зацепиться за четверку, еще раз говорю. На мой взгляд, это в большей степени связано с игрой во втором круге. То последнюю треть чемпионата все-таки нам удалось более или менее стабилизировать состав. Появился результат. Вот. Ну и опять же, исходя из того, что буквально там до этого тура мы могли зацепиться за четвертое место, говорить о каком-то футболе, как сказать, ярком. Ну, на первом месте был результат. Когда успех добивается команда из такого же региона, Гомельской области, вы за ним немножко радуетесь или испытываете ревность? Пусть бы в Гомельской области был один футболист. Конечно, мы хотим быть выше Слави. Уже ответил на этот вопрос, это дерби. И в каждой игре мы хотим обыгрывать, и хотим в таблице быть выше Слави. Но мы хотим в таблице быть выше всех команд. Но, к сожалению, это не всегда получается. Спасибо.